Слива растет. Тоже сливочки есть. Вот сливочки. На одной веточке только 5 штук. Здесь вот 2. Вот там 4. Это то, что я наблюдаю. А то, что я не наблюдаю, я не наблюдаю. Ну, где-то есть еще. Ну, штук 10 в этом году будет. Нормально. Вишенка тоже подросла. Щавель у меня цветет. Ну и эта сливочка подросла. Вот так собрался цвести синий дельфиниум. Вот этот вот цветет. Видите, зацветает синенький тоже. Это я сеяла семенами. В прошлом году он не цвел, в этом году зацвел. А этот я пересадила, по-моему, от него. От корешка. Можжевельник тоже принялся. Один. 2 зелененьких. Но вот этот коричневый еще пока стоит. На следующий год он будет зелененький. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Там вот 6-й. И вот здесь 7-й. Он тоже такой. С одной стороны зеленый, с другой стороны коричневый. Вот этот не пойму, что это такое. Богородская трава, что ли? У меня фасоль что-то жрет. Гусеница, что ли? Но здесь это капуста тоже. Я смотрю, я сеяла белокочанную, но она почему-то, смотрите какая, как будто бы она цветная. А может она и цветная? О, точно, это, наверное, цветная, ребята. Я же цветную тоже сеяла. Наверное, это цветная. Это, наверное, цветная. Фасоль что-то жрет. Не пойму, что жрет эту фасоль. Персик! Персик нельзя! Скучно. Ну вот, по-моему, вот эти вот резные листья, это патиссоны вот это. Вот это тыква, наверное, вот это одна тыква. Вот видите, резные патиссоны и кабачки. А где еще тыква, не пойму. Вот только одна тыква получается, что ли? И может вот там тыква? Нет, это вот одна тыква точно. Чё у меня затемнился? Вот портулак сеяла, там не взошел портулак. А здесь шольцу я сеяла. Вот она хорошенькая такая. Здесь мешают анютки. Разрослись у меня так. Им, конечно, бордюрчик надо. И здесь бордюрчик такой маленький. Пластиковый заборчик вот здесь вот. Ну, на следующий год посмотрим. Я бы, конечно, здесь не бордюрчик сделала. Ну, не пластиковый. А можно и пластиковый. Ну, можно пластиковый. Можно мини-заборчик такой сделать. И штакетин маленький. Какие дела? Ой, цветет у меня спирея розовая. Здесь она вот цветет, я ее обрезала, видите? Здесь цветет, а там она почему-то вверх пустилась. Ну, может, она отличается от той. Она какая-то там высокая. А здесь вот так я обрезала. Она хорошенько цветет шапочкой. Жимолость уже прошла. Сакура вот так разрослась, большая. Но яблоня на следующий год тоже пора растет, большая будет. Лучок, тьфу на него. Я вчера обливалась водой. 5 ведер налила на себя вот такой воды. Хорошо, она вот чистая. Сейчас-то она прохладная утром, а днем она такая горячая. Теплая вода. Вишенка тоже поросла вот. Калина подросла. Смородина, здесь тоже вишенка. Так, персик сдрыснул отсюда. Вышел уже. Брысь домой. Где тебя потом искать? Пион, который я сюда пересадила от забора. Вот он, по-моему, даже не понял. Но он один день покуксился, а так нормально. Это патиссон. Это, по-моему, 2 тыквы. Что-то они какие-то полудохлые. Тоже надо подкармливать их. Или у меня тыквы уже соединились. Вон он, по-моему, 2 тыквы, вот и вот.
огромные листья, остальные патиссоны, что ли, по листьям есть. И здесь тоже растет у меня клубника и растет земляника. Я вчера наелась, очень вкусно. Вот этот надо открыть. Ой-ой-ой. Не надо было открывать. Сейчас попробуем что-то другое сделать.